прямо скажем, не чуждо нашему агентству, которое я здесь представляю, и которое, в общем, не чуждо и Тунису, она здесь была. Я думаю, мы поподробнее об этом еще остановимся, и нам расскажут очевидцы ее визита сюда, свои впечатления об этом событии. Но надо сказать, что это человек-легенда, и наряду с Юрием Гагариным, наряду, так сказать, с другими яркими именами, она, в общем, формировала историю. И поскольку я современник этих времен, я вам могу признаться, что, конечно, вот я был мальчиком маленьким, но события такие, как вот полет первого космонавта и полет первой женщины. Кстати, следующая женщина полетела только через 20 лет после Валентина в космос. Поэтому мы начинаем наш вечер именно с этой мелодии «Время вперед» композитора Свиридова, а после этого будет официальная некая часть и затем концерт. Всего сердца желаю вам, вашим близким, в
первую очередь вашим детям всего самого доброго, здоровья, счастья, успехов и, главное, весеннего настроения. Наши встречи в разных форматах уже давно стали традиционными, и поверьте, что нам, людям, представляющим за рубежом интересы нашей необъятной Родины, кажется совершенно естественным вот встречать большие праздники, будь то Новый год, День Победы или еще какие-то праздники такие, вот как 8 марта, вместе с вами. Мы с вами одна семья. Спасибо.